Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я хотела бы вам предоставить очень великолепный, я бы даже сказала, замечательный парфюм. Называется «Бюзы» от Хержов. Он очень чувственен, он вдохновляет, и композиция очень, будем так говорить, выразительная и роскошна. Значит, верхние нотки этого аромата – это кожа, слива, белые цветы. К этим ноткам добавляется также структура жасмина и давана. Потом идет малина. И все это создает такой немного таинственный, как сказать, такой флоральный таинственный аккорд. Что бы я хотела сказать? Вообще, этот парфюм я попробовала в парфюмерном магазине и поняла, что не только радует оформление флакона, глаз, но а также именно шлейф, потому что стойкость очень высокая этого аромата. И для меня, мне показалось, что это менее фруктовый аромат все-таки по своему насыщению. И более такой, вы знаете, сливово-сладкий. И чувствуется немного кожа. Некоторые говорят, я не чувствую вообще кожу. У меня чувствуется вот такая именно плотная слива, кожа. Этот аромат вы можете использовать и вечером, и утром, когда вы идете на работу. Стойкость очень высокая, просто бомбическая. И шлейф действительно держится достаточно долго. А смешание вот именно сливы с красными ягодами, с кожными нюансами – это просто топ, девчонки. Я вам советую, Хержов никогда не подводил, у него всегда стойкость, и либо цветочные какие-то ароматы, либо фруктовые, а плюс, когда это идет смешание замши или с кожей, я еще раз повторюсь, это просто бомбически. Поэтому я всем предлагаю попробовать сначала пробничек и купить.